Послематчевый комментарий тренеру НМ Филипп Александрович Соколинский. Филипп Александрович, с победой. Ваше резюме по игре. Всех с победой. И нас, и вас. Поэтому сегодня рады победе. Хорошая игра была с нашей стороны. Реализация моментов подвела. Должны доводить матч были до считаю, крупного счета еще в первом тайме. Ребята действовали очень уверенно и создавали большое количество моментов. И на неделе посвятили этому, что по поводу реализации. Но опять же, чуть опыта, чуть мастерства, все добавим. Я в ребятах уверен, что у них большое будущее. Вот, и они в правильном направлении двигаются. Вот, по игре первый тайм был очень хороший, качественный. Да, луки оборонялись очень низко, и мы знали, как вскрывать их, просматривали их. Тяжело вскрывать низкий блок, да, так скажем. Вот, но у нас это получалось. Не могли довести до гола, но моменты создали, я думаю, что на большое количество голов. Ну, так бывает, 1-0 в концовочке. Чуть заставили понервничать нас, эмоции наши были такие достаточно высокие. Вот. Но выиграли, и у нас сейчас остаток сезона. Перед игрой с ребятами говорили, что сейчас как раз месяц до конца чемпионата, 5 игр, где каждую игру надо провести качественно и желательно с хорошим результатом. Вот. И дальше двигаться им дальше во вторую команду, в первую команду. Потому что наша задача еще раз, чтобы ребята дальше росли. В одном из своих комментариев вы говорили, что нам играть с играющими командами проще, нежели с командами, которые, ну, грубо говоря, скажем так, ставят автобус. Вот насколько Луки это характерный пример? Надо уметь играть и с играющими командами, и команд, которые в автобус становятся, потому что ребятам там 16-17 лет, да, и они должны уметь все, и должен быть арсенал у них большой. Когда попадут в большую команду, они должны уметь и обороняться тоже в низком блоке, и прессинговать, и должно быть хорошее образование у них, что, в принципе, было и до нас, и вместе работать с нами. Вот, поэтому, конечно, сложнее, наверное, обороняться, когда команда обороняется внизу, вскрывать их. Вот, но команда с «Зенитом» играли, команда играющая прессинговала, да, нам удалось выиграть при хорошей игре. Вот, но и у «Зенита» были тоже эпизоды хорошие. Интереснее играть, когда две команды играют, да, и в атакующий футбол, так скажем, да, которые контролировать умеют, и быстрые атаки проводить, и прессинговать. Вот. Нам интересно играть со всеми. Пересматривали ли гол Бирюкова? Да нет, еще не пересматривали. И пересмотрим, я думаю, всю игру, не только гол Бирюкова. Вот. Хотелось бы отметить сегодня еще раз поддержку. У нас сегодня были болельщики, и слышно было их. Вот, в каждой игре по одному, по два человека прибавляется. Вот, и большая поддержка сегодня была. И у меня на стороне приехала моя семья с детишками. Вот, очень радует, когда они со мной находятся рядом. Вот, это прям большой такой стимул. И для меня в том числе. Но при этом, к сожалению, нельзя включить семью в техническую скамейку, да, чтобы рядом вот прям совсем были. Да и хорошо, а то он наслушается всякой там ерунды от меня, и потом дом будет ругаться, ходить. Ну, поэтому хорошо, что они рядышком там за стеклом сидят и смотрят на меня со стороны.